Что может утолить жажду в летний солнечный день лучше, чем лимонад, приготовленный самостоятельно буквально за 5 минут? Мне кажется, ничего. В этом видео я покажу, как приготовить его дома по моему любимому очень простому рецепту. Приветствую вас, друзья мои! С вами Серега, вы смотрите «Несложную кулинарию». Сегодня вместе с вами мы готовим домашний лимонад. Летом я делаю это достаточно часто, потому что домашний лимонад отлично утоляет жажду и, в отличие от покупного, не изобилует разными химическими добавками. Просто возьмите все ингредиенты, которые для вашего удобства я перечислил внизу в описании, и давайте начинать. Лимоны раскатываем по рабочей поверхности, чтобы они лучше отдавали сок. Количество лимонов рассчитывайте из количества воды. Необходимо, чтобы на пол-литра воды был один лимон. При помощи картофелечистки снимаем с каждого лимона по 3-4 полоски цедры. Затем каждый лимон разрезаем на две части и выдавливаем сок из его половинок. Делайте это через сито, чтобы сразу отсеять косточки и кусочки мякоти. Для более интересного и насыщенного вкуса лимонада я всегда добавляю немного сока лайма. Лаймы также необходимо раскатать по рабочей поверхности, разрезать на две части и выдавить сок. Но пропорции будут меньше, чем у лимона. Используйте сок одного лайма на 1 литр воды. В сок лимона и лайма добавляем 200 грамм сахара и перемешиваем его до полного растворения. Когда сахар растворится, переливаем получившийся сироп в лимонадник. Вливаем 2 литра воды комнатной температуры. Добавляем цедру лимона. Еще один лимон нарезаем дольками и также помещаем в лимонадник. Важный ингредиент – это листья мяты. Они сделают вкус лимонада еще более освежающим. Снимаем их со стеблей, немного переминаем, чтобы они лучше отдавали аромат, и отправляем в лимонадник. Затем перемешиваем все вместе, добавляем лед, чтобы сделать домашний лимонад прохладным. После этого его можно разливать по стаканам и с удовольствием пить. При желании стаканы с лимонадом можно украсить дольками лимона, листьями мяты, а также добавить по несколько кусочков льда. Вот такой вот простой и очень вкусный лимонад можно приготовить в домашних условиях буквально за считанные минуты. Он намного вкуснее и полезнее покупных аналогов. А тем, у кого есть загородные участки и маленькие дети, рекомендую обратить на этот рецепт особое внимание. В летнее время года он будет очень кстати. До скорых встреч и приятного всем аппетита!